Валентина Ивановна, я уже здесь! Привет, Рома! Давай быстрее, я очень спешу! Здравствуйте, Валентина Ивановна! Что случилось? Зачем вы меня звали? Спасибо, Ромочка, что так быстро пришел. У нас просто происходит сейчас уборка в классе, а я совсем забыла, что монитор забыла отдать в библиотеку. И мне позвонили, что им надо срочно вернуть. Я думаю, ты меня, мальчик, сильный, сможешь отнести монитор. А я тебе за это Хэппи Мил купила. Только ты сначала, пожалуйста, монитор отнеси, а только потом кушай Хэппи Мил, хорошо? Ну, Валентина Ивановна, вы ж меня знаете. Я и Хэппи Мил отнесу, и монитор съем. Ой, наоборот. Ну, вы меня поняли. Сделаю все, как вы сказали. Рома, монитор есть не надо. Ну, в общем, ты все правильно сказал. Смотри, только нигде, пожалуйста, не останавливайся, потому что библиотека скоро закрывается. И надо успеть за 10-15 минут, хорошо? Понял, Валентина. Сделаю все в лучшем виде. Хэппи Мил, пожалуйста. Тянь, можете не беспокоиться. Рома, ты не беги, пожалуйста, а то монитор еще разобьешь. А я Надежде Федоровне перезвоню, спрошу, принес ты или нет. Да-да-да, Валентина, понял. Давид, пододвинься, чтобы мы все на коробке слаживали. Давай. О, вот это обезьянка. А как ее зовут? Наверное, как это? Надо посмотреть. Тут есть на коробке. Название. Вот. Она София, получается. Да, София. А тут еще класс. Есть Мия и Зоя. Да, вроде еще и на так. Другой стороне есть Белла и Борис и Финн. Да, круто. Классно. Так, она вроде пищит. Мне кажется, это она не пишет, а кричит, не? Круто, смотри, вот, я говорила, что вот так вот можно вешать ее на пальчик. А-а-а. Видишь, какая она миленькая? А еще так вот можно на пальчик одевать ее. Вот. Класс, как на пальчике висит. Так, детали. Вот, это там, где ее пирамидка. Да, на которой она будет лазить. О, а это крыша, скорее всего. Такие все красивые, фиолетового цвета. Да, крутые. Ничего не пойму, как ее собирать? Слушай, попробуй вот эту детальку соединить с этой деталькой. Так, сейчас я покажу. Вроде как получается. Да ничего у тебя не получается, дай я покажу. Я уже практически все поняла. Так, вот. Ну и что? Что, мастер по собиранию замков? Мы вначале просто все делали неправильно. Нужно соединить эти две детали. А чтобы соединить эти две детали, нужно взять палочку. Соединяем. Вот, а теперь вот эти вот две детальки нужно соединить. Ну, раз у тебя получается собирать, ну ладно. Собрала. Ну, в принципе, я бы это точно так же сделала. Это очень легко. А обезьяну вообще как за хвост, да, надо вешать? Можешь за хвост, можешь за лапы подцепить. Она еще пищать должна, если на кнопку нажать. Да ты что? А я только что делала? Короче, включай ее и вешай. Да, я большего ожидала от этой обезьяны. Я думала, она лазит по всей башне, самостоятельно будет. Такое только маленьким детям играть. А что, мне нравится. Дарина, я знаю, почему тебе нравится. Ты чем-то на нее смахиваешь. Даже не чем-то, а одно лицо. Между прочим, обидно было. И это не я на нее похожа, а Лера. Это она в год обезьяны родилась, а не я. Че ты Лерку сюда приплела? Была бы здесь Лера, ты бы ответила. Лерки здесь нет. И надеюсь, что она об этом не узнает. Ну что, ты довольна своей обезьяной? Ну, как сказать, нравится. Толку от этой игрушки никакого. Поэтому прошу подарок в следующий раз у сестры другой.
Ну, если тебе эта игрушка не нравится, можно я ее себе заберу домой? Но тебе же сестра все равно новый подарит подарок. Не, ну подарок я тебе, конечно, не могу подарить. Но вот чтоб поиграть на день, в принципе, можно. О, Рома идет! А что это он с собой тащит? Рома, привет! Привет, девчонки! А что это ты несешь? Это я несу монитор в библиотеку. Мне Валентина Ивановна дала задание, чтобы я его быстрее выполнил. Рома, я поняла, что ты монитор в библиотеку несешь. А Хэппи Мил ты где взял? Это подарок от Валентины Ивановны за то, что я ей помогаю. В общем, мне спешить надо. Все, девочка, я пошел. Стой! У тебя там сейчас шнур выпадет! Где? Я ничего не вижу. Ты так ничего не увидишь. Подойди, поставь, и мы тебе покажем. Здесь все нормально, что вы мне голову морочите. Вот, Рома, смотри, шнур почти отваливается. А вот ты даже не заметил второй шнур, он тоже отваливается. Ничего оно не отвалится, оно так и было, это вход второй, чтобы в компьютер вставлять. Да нет же, вот, смотри, он уже почти отваливается. И правда, это что, я сломал? Да, Рома, получается, что ты. Да, Рома, от Валентины Ивановны тебе точно попадет. Попал ты. Девочки, а что же мне теперь делать? Что делать? Ремонтируй давай. Ну ты ремонтируй, Рома, а нам пора идти. Ну ладно, Рома, мы пойдем, пока уже. А ты ремонтируй, да. Что? Что вы наделали? Отлетела крышка. Ты что наделала? Лиза, ты видела, что ты наделала? Разбила ты, а попадет мне! Рома, ты сам виноват. И тем более нас не было. Да, нас не было. Вы куда? Все. Мне крышка. Thank you.